Один из крупнейших в Казахстане птицеводческих комплексов «Примакус» приступил к работе. Его построили в Алматинской области. Его мощность – 17,5 тысяч тонн мяса и 400 тонн колбасных изделий в месяц. Первую готовую продукцию здесь ожидают уже в начале будущего года. Гафу Уали продолжит тему. На комплексе «Примакус» произвели закладку первой партии яиц. Вывод цыплят ожидают сразу же с наступлением Нового года. Потом их отправят в птичники для выращивания, и уже в феврале завод выдаст готовую продукцию. Этот инкубатор рассчитан на 20 миллионов яиц в год. Открытие такого мощного предприятия поддержала национальная экспортная компания «Казахэкспорт». Сумма инвестиций составила 33,5 миллиарда тенге. Компания «Примакус» часть своей продукции планирует отправлять на экспорт в Центральную Азию, в Китай, в Монголию. Наша компания «Казахэкспорт» доставила страховую защиту банку на сумму 27 с лишним миллиардов тенге. Благодаря этому банк принял решение о финансировании и профинансировал данный инвестиционный проект. Помимо комбикормового завода, на территории комплекса построено 24 птичника, инкубатор, очистные сооружения, убойные и колбасные цеха. На данный момент к работе полностью готовы инкубатор и откормочные площадки для бройлеров. На сегодняшний день это одно из самых крупных инвестиционных проектов, который реализован на юге Алматинской области. Причем мы это сделали в очень короткие сроки. Год и два месяца нам понадобилось для того, чтобы просто в чистом поле вот реализовать такой проект. При комплексе создано 400 рабочих мест. По словам местных властей, данный проект имеет высокую социальную значимость для их региона. Он придаст импульс развитию местных фермеров, которые будут поставлять на предприятие пшеницу и кукурузу. Гафу Уали, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматинская область.